Всем привет! Что ж, к сожалению, у меня сегодня плохие новости. Как выяснилось, одно из моих видео было удалено за нарушение политики YouTube в отношении наготы или содержания сексуального характера. Теперь я могу гарантировать, что в опубликованном мною видео не было никакого изображения обнаженной натуры и не было ничего, что я бы считал сексуальным содержанием. Однако, думаю, я знаю, что именно так расстроило YouTube. Вы видите, в этом видео я демонстрировал функцию. Я демонстрировал, что в Яндекс-симулятор можно делать снимки девушек в трусиках. Теперь у съемки трусиков есть игровая цель. Если вы сделаете снимок трусиков, вы можете отправить его персонажу, который окажет вам услугу в обмен на фотографии и нижнее белье для девочек. Это основная механика игрового процесса. Можно пройти игру, не снимая трусиков. Однако это функция, которая дает игроку большое преимущество. Так что это то, что я хотел бы включить в свои видео. Однако, если бы я присел и посмотрел на юбку этой девушки, тогда я буду транслировать сексуальный контент, согласно YouTube. Так что я не смогу показать вам это в будущих видео, не поставив на экран большую старую цензурную полосу. Очень жаль, что это все так сложилось, но... Ну, пока я использую сервис YouTube, полагаю, мне придется играть по правилам YouTube. Каким бы глупыми я и не считал их. Ну что ж.